Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня трешечок, обнова, и как обычно я сейчас буду качать героя, которого я выбил, нашего бобрика, на максималку, сразу же на 30-й прорыв, чтобы показать вам его на максималке. Я вам уже показывал его в разных сборках. Сейчас мы его качнем на максимум и попытаемся выбить ему еще и талантик. Ну, посмотрим, как пойдет. В общем, поехали. Тут будет у нас все намного быстрее, чем на других серверах, так как у меня ресурсов здесь неограниченное, ну, скажем, условно неограниченное количество. Апекс кристаллов только не хватает. Так, окей. Поехали. Герой очень обалденный. Сейчас мы прокачаем его совсем другой сборки. Вот у меня живо даже уже есть. Не знаю, повезет, не повезет вытащить новый талант. Ну, мы сейчас посмотрим, как мы быстренько прокачаем. Потом разберемся уже с талантом. Ну, думаю, его завтра будут продавать. Как бы его смысла покупать нету. Единственное, там, руны, допустим, купить. Но, опять же, они будут со временем все дешевле, дешевле. Там пару рун хватит. До этого мы дойдем. В общем, поехали пока его качать. Мы быстренько его качнем, сделаем аугментацию и начнем долбить рассвет. Самые-самые, скажем так, противные. Рассвет, прорыв. Хоть книги будет куда поспевать. И кристаллы красные сможем продать. Ну и заодно засечем, за сколько времени мы его качнем на максималку. То есть максималка, чтобы вы понимали, это от и до. Это будет максимум. Ну, конечно же, таланта можно выбивать очень долго. То есть это мы уже там талант и чара мы в расчет не берем. Берем чисто так прокачку остатком. Интересно, будут ли сумки сапок с кристаллами. Вот это вот очень интересно мне. Такс, эволюция готова, делаем аугментацию. Самое интересное, что от его скилла нельзя уклониться. Вот это вот самое интересное. Посмотрим, как оно будет в реальности на 30-м прорыве. Но это реально должно быть очень имбово. Единственное, отражалки, я уже не раз говорил, что с отражалками печалька. Так, ладно, пока этим не будем заморачиваться. Давайте так его докачаем. Можем даже уже судьбу начать качать. Самое интересное будет дальше, когда начнется качаться прорыв. Там реально времени много. Ну и заодно посмотрим, сколько уходит времени на прокачку героя с нуля на максималку. Так, немножко этих книг получим.
Неплохо так прибавочка у нас по силе сейчас будет. Заодно посмотрим, сколько дает герой максимально силы, прокачанные с нуля. Так, отлично, 12-й скилл мы ему вкачали. Делаем вторую эволюцию. Так, есть. Живо. 200-й. Поехали. Рассветы докачаем. Так, соточка. Так, ну что, качаем сразу же ему, давайте. Потом дойдем до созвездий, потому что это тоже так. Наролим просто пятерок, потом я переролю все на совсем другие. Так. Это вот самое длинное от 0 до 200. По сути, у нас ушло тут 7 минут, ну плюс-минус. Сейчас вот посмотрим, сколько уйдет на прорыв времени. Вот они так. Лучше бы они здесь сделали оптимизацию. Блин, вот это вот щелкает туда-назад. Реально, очень неудобно. Они, наверное, не рассчитывают, что люди сразу так быстро качают. Но большинство людей на английском и на АЭСе так именно и качают. Это реально немножко вымораживает. Только туда-назад. Уже почти с 10 тысяч накопили. Было 54, 6 тысяч уже плюса 0. Но сейчас мы еще созвездие доролим и, в принципе, уже узнаем, сколько будет максималочка у героя. Destined myself by the worst. I've been pushing my mind to the most.
I've been loving the people around me, but I'm so paranoid, so paranoid, yeah. Уже столько треть, я уже устал туда-назад щелкать. Это жестко. Ну, надо прокачать хоть раз на максималку с нуля. Так, не хватает красных кристаллов. Печаль. Ну, их, в принципе, хватает. Сейчас мы... Сейчас я посмотрю, что у меня по гифтах, по сумках. А нет, это вам третья нужна. Значит, сделаем по-другому. Чего не сделаешь ради максимальной прокачки. В принципе, мне синие кристаллы не нужны. У меня сундучков тоже хватает. Конечно, надо будет сейчас нормально позаморачиваться. Конечно, этого маловато, но пока нам хватит для прокачки. До 20-го точно хватит. Вот многие герои там на 20-м себя раскрывают, некоторые просто на 30-ке ни о чем. Посмотрим, что будет здесь. Хочу я потом ему выловить уже новый топовый талантик, потестировать. Ну тут, конечно, лучше такая сборка, мне кажется, на PvP локация живо плюс новый талант. Будет лучше ему заходить. Ну посмотрим, надо героев потестировать. Я показывал вам на без прорыва, надо все-таки на прорыве показать, посмотреть. Что на максималке они будут делать? Же самой Фрейя. Очень многие просят показать Розу. Постараюсь тоже ее сделать, посмотреть. Она себя хилит неплохо еще. Думаю, будет интересно. Time is unfair.
Cause I know you're out there somewhere. Нормально, уже силы прибавилось, плюс десятка. Еще там плюс 1000, где-то 1015 герой дает, думаю. Увидите, сколько ресурсов требуется на прокачку одного героя, я не знаю. Без донату это... Кто соберет первым 30-й прорыв с бездонов, это, конечно, будет реально огонь. Это, знаете, будет круче подвиг, чем собрать огника, наверное. Потому что это надо задротить во все акции, бегать во все локации. То есть, ну, 20-й еще, да, вот сапок с кристаллами, конечно, очень долго будет. Возможно, где-то их опять тоже добавят. Желтенькие добавили за этот кулачки. Посмотрим, что будет дальше. Так, ну что, у нас есть 20-й уже, и уже десятку мы апнули. Да, конечно, это жестко столько качать. Yes. Но мы не сдаемся. 50 тысяч. Короче, делаем. Делаем. Вот так. Бум. И вы такие, а что он сделал? Продал 50 тысяч коробочек. Потом мы это все вернем. Так, их все равно некуда девать. Блин, нормально так силы поднимаются, смотрю. Так, финишная прямая, ну интересно, интересно, наверное, не хватит нам добить 70. Хотя, в принципе, еще есть созвездие, там, в принципе, тоже ухо можно будет поднять. С
посмотрим, хватит или нет. Ух, есть, ребятушки, 21 минута практически. Это просто жесть, но мы это сделали, мы докачали его наконец-то, докачали до 30-го прорыва. Жестко, но интересно посмотреть. 69 900, 15 тысяч, даже больше. Почти 16. Жестко, реально очень жестко, 16к. Так, где там он у нас? Он у нас здесь впереди. Давайте еще снарягу. Теперь можно будет потрешивать. Но давайте ради интереса просто пятерки выловим. Посмотрим, сколько у нас будет. Крит, дамаг, атака. Вряд ли у нас будет чуть-чуть. Самое мое любимое дело — ролить последнюю. Да, хватило. Вот так вот, ребятушки, вот такой вот у нас получился трешечок. Давайте ему хотя бы ладушку поставим пока временно. Так, у кого с питомцев? Я даже не знаю, вот так вот поставим. Статки, конечно, у него неплохие. То есть по максимуму все, что можно, мы с него вытащили. Все, ждите обзорчика, пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. Или давайте еще и станем ради интереса забежим в рейдик. Интересно же на него посмотреть. Вот так вот, ребятушки, он отходит в инвиз, но печально, печально все. Смотрите, 400-400 его нет. Имба. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.